Здравствуйте, друзья шоу «Веры». Пусть мир Божий придет в вашей жизни во имя Иисуса. Меня зовут Давид Суарес, и мы начинаем программу полной уверенности, что Бог начинает и заканчивает благое дело в жизнях всех людей. Может, вы скажете, мне очень нужно благословение, я хочу изменений, я часто вижу, что вы говорите о благословениях, могу ли я тоже их получить? Слово Божье гласит то, что изменяет рядом с вами, в ваших устах и в вашем сердце. Во-первых, мы должны признать Бог. Если Господь говорит со мной, я буду верить Господу. Во-вторых, принять как свершившийся факт здесь внутри. Если вы постоянно повторяете, это религия. Не нужно быть религиозным. Иисус сказал вам молиться, сказал провозглашать, сказал занять позицию и твердо верить. Иисус не хочет видеть пассивных людей. Иисус хочет видеть активных людей, людей, которые встают и занимают свою позицию в Царстве Божьем. Позиция благословения, позиция победителя, позиция представителя Иисуса Христа. Многие говорят, я христианин, но что это такое? Слово «христианин» означает «похоже на Христа». Если вы человек, который не может избавиться от зависимости, вы человек, который живет во грехе, вы постоянно угнетены, вы духовно больны. Разве Иисус был таким? Иисус ходил по врачам, пил лекарства и медикаменты? Конечно же нет. Он всегда побеждал, так как он крепко был связан с Отцом. Получите этот контакт с Богом сегодня, и имея этот контакт с Богом, начните жить как истинный Сын Божий. Поднимитесь и скажите: «Нет злу. Я благословение, я победитель, я призван побеждать. Иисус призвал меня быть таким, как Он, быть победителем». Хорошо, дорогие? Давайте смотреть шоу «Веры», и в конце я вернусь назад в студию, чтобы снова поговорить с вами во имя Иисуса. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, на предыдущем служении я начал говорить на одну очень серьезную тему, о том, как вам подготовиться к сражению. Война уже началась, она затянулась, и она не скоро закончится. Святая Библия в Ефесянам, глава 6, стих 11, объясняет нам, что же мы должны иметь, чтобы не быть поверженными в битвах. И, брат мой, в самом деле великая глупость, когда человек не делает то, что сказал Бог. Если Господь Бог говорит что-нибудь, Он никогда не бросает слов на ветер. Он никогда не скажет чего-то бесполезного. Здесь, к Ефесянам 6, стих 11, Он сказал: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Дьявол всегда будет строить свои козни. Он всегда ищет способ проникнуть в вашу жизнь, покорить вас. И иногда у него получается. И год за годом, вы не зная того, храните в сердце грешок и не делаете чего-то, что велит Бог, не уважаете Слово Божие, и вы тогда пребываете в лапах нечистого. Пророк, я повторю, чтобы потом начать новый материал, пророк Иеремия, приблизительно за 700 лет до рождения Иисуса, был использован потрясающим образом, чтобы суметь нам кое-что объяснить. Это в книге Иеремии, в главе 31, в стихе номер 34. Иеремия идет после псалмов, середина Библии, затем следуют притчи, Экклесиаст, Песни песней, Исаия, Иеремия. В главе 31-34 пророк был использован, чтобы сказать следующее: «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Здесь скрыта мудрость между строк, как говорится, которую вам следует понять. Прощение грехов уже было выкуплено. Потенциал в нашем распоряжении. Бог может все их простить вам и убрать все недоброе из вашего сердца, таким образом, что оно больше не вернется. Он говорит здесь: «Потому что я прощу
беззакония их и грехов их уже не воспомяну более». То есть он забудет о ваших грехах. Но в каком случае это произойдет, а в каком не произойдет? Пророк сказал, что уже не будут учить друг друга, брат брата. Почему? Потому что, когда мы впрямь переродимся, это начнется с принятия Иисуса в качестве нашего Господа и Спасителя. Тогда придет покаяние в мирских делах. Например, предположим, я работал на Ивана Ивановича. И предположим, что что-нибудь присвоил. Я должен отыскать Ивана Ивановича и сказать: «Иван Иванович, это квартира, это машина, что я купил, тот круиз, куда я съездил, были на ваши деньги. Я уже все сосчитал, я вам должен столько-то, и только я не могу выплатить все сразу. Я вам отдам то, что имею, а вы разделите остаток на несколько частей, и я вам заплачу. И он может даже меня простить». Нет, даже не хочу слышать. Но мне даже нужно упорствовать. Нет, это мой долг, я хочу вам заплатить. Если он не захочет, все равно. Ладно, я свободен от этого. Но если я не заплачу, я не познаю Бога. Так как рождение свыше зависит прежде всего от вашего желания. Чтобы Бог на самом деле вас полностью простил, здесь все взаимосвязано. Перечитаем, чтобы вы поняли. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что, смотрите причину, я прощу беззаконие их. Пока он не простил, бесполезно. Как Бог простит меня, если я кому-то должен? Если я оклеветал кого-то? Если я сделал что-то, что ранило человека?» Он скажет: значит, все просто. Хотите сказать, что он прощен, хотя украл у меня, клеветал, сделал то-то? Я тут мучаюсь по его милости, а он теперь еще и прощен? Нет, он должен прийти и разобраться со мной. Если я просто-напросто не хочу, другой случай, у него есть право. Если Бог простил, кто может не простить? Все должно быть улажено. Это должно случиться. А если не случится, не будет нового рождения. Значит, вам нужно сделать что? Облечься во всеоружие. Так как если вы не будете облачены в новое рождение, когда вы воссозданы Христом, способом, который недоступен дьяволу, так как Бог не расскажет ему, как это было, а вы еще цель для лукавого, когда вы родитесь заново, брат мой лукавый может делать все, что угодно, изгаляться любым образом, тужиться, у него не получится до вас добраться. Итак, если у вас этого не будет, вы не облечетесь. Ах, доктор Суарес, я не понимаю. Бог мне не отвечает, Бог мне не помогает. Не может, так как не закончил вас процесс нового рождения, являющийся первым оружием, которое вам нужно использовать. Начните с веры в Бога. Через благодать Бога, с помощью веры, вы спасены. Но спасение – это процесс, который начинается с принятия Иисуса, проходит через крещение водой, затем вы исполняете Святым Духом. Когда этот процесс завершится, вы больше никому ничего не должны. Тогда вы новое создание, все старое пройдет, и все делается заново, и вы на самом деле становитесь человеком счастливым с Богом. Задержимся еще на Ефесянах. Мы начали с Ефесян, перешли к Иеремии, вернемся к Ефесянам, главе 3. Здесь мы увидим еще одно оружие, доспехи, защиту, которую мы должны иметь, чтобы нечистый нас не поразил. К Ефесянам 3, стих 12. Сказано так: «В котором, в Иисусе, нашем Господе, мы имеем дерзновение». К Ефесянам 3, стих 12. «В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Когда вы пребываете в Иисусе, рождены свыше, принадлежите Богу, брат мой, в Иисусе вы имеете дерзновение. Для чего? Для борьбы против сил зла. Сами вы никогда не сможете, так как вы даже не знаете, каков враг, а Библия гласит, что он был ангелом, и он был создан большим, чем человек, с большими возможностями. Однако, когда вы пребываете в Иисусе,
у вас есть дерзновение, есть отвага, тогда вы просто-напросто сразитесь с любым демоном и победите. Христианин должен это усвоить. Когда мы будем биться, чтобы получить благословение, мы уже будем славить Бога, так как победа за нами во имя Иисуса, и не может быть по-другому. Христианин бьется, чтобы победить. Он не бьется, чтобы увидеть победителя. Он борется, чтобы подтвердить свою победу, чтобы получить ее, в котором, в Иисусе, мы имеем дерзновение, что еще? И надежный доступ. Два этих доспеха мы с вами должны иметь, две этих защиты. Мы вступим в присутствие Бога без трепета и страха. Мой Бог, я знаю, что недостоин. Нет, Господь Бог, я здесь во имя Иисуса, забудьте о себе. Вы кому-то подчиняетесь. Представьте себе постового. На дороге множество машин, сотни, одна едет в другой, а в одной за рулем генерал, и он свистит ему. Даже генерал остановился. Но генерал не остановится перед постовым. Остановится, так как он большая власть, представитель государства. В час, когда вы осознаете превосходство над силами зла во имя Иисуса, с дерзновением тот враг подчинится вам во имя Христа. Все вам подчинятся, вы вознамеритесь, а сила Бога сделает работу. Ваше дерзновение не для того, чтобы приказать: ангел, давай туда и сделай то-то. Вы намереваетесь во имя Иисуса. У вас есть дерзновение и есть доступ. Вы едины с Богом. Заняв свою позицию, на этом посту вы высшая власть. Машины остановились, а генерал проехал. Он записывает номер машины, придется платить штраф. Но он же генерал. Это другой вопрос. В такой момент нет рядового, есть постовой, представляющий государство и наделенный властью. В нужный час нас не заботит, кто выступит против нас. Пусть даже командующий ада, мы крикнем: «Ты связан во имя Иисуса», и он уже связан. «Изыди во имя Иисуса», он уйдет. Но я делаю свое дело, меня не волнует, я тебе приказываю уйти. Ему придется уйти. И так мы имеем дерзновение, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Вера не станет этим двигателем силы и веры, если вы не родитесь заново, если вы не пребываете твердо на том намерении, которое Бог дал вам, если вы не приняли свое место во Христе. Брат мой, мы должны облечься. Если Бог сказал, возвращаясь к Ефесянам 6:11, уже прочитанному: «Облекитесь во все оружие Божие, не упустите ни одного». Когда вы пойдете биться, будьте уже облечены, так как если нечистый скажет: «У тебя не получится», получится, так как в Иисусе я имею дерзновение. Если лукавый поместит в вашем сердце, что у вас нет доступа к Богу, так как в прошлом вы сильно испачкались, вы должны вспомнить, что у вас есть к Нему доступ, так как вы новое создание, древнее прошло, закончилось, больше для вас не существует, все начинается заново, и вы мужчина или женщина, вы слуга Бога Всевышнего, и еще лучше, вы в сражении, вы в своих правах. Никто здесь не имеет больше власти, чем вы, так как ваша миссия – выполнить Слово Бога, и вы это делаете. Итак, облекитесь во всеоружие Божие. Для чего? Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. И если вы не сможете стать твердо, лукавый вас обманет, и вы проиграете сражение. И теперь еще одно прекрасное слово для вас, которое вы не должны упустить ни в коем случае. Это притча 24:10. Эти доспехи вам нужно иметь. Притчи – это после псалмов, следующая книга, 24, стих номер 10. Если ты в день бедствия оказался слабым, что это значит, братья? То бедна сила твоя. И это другое оружие, другое оружие. Идя на битву, не дрожите. У меня ничего не получится. Получится, я одолею, потому что так гласит Слово Бога.
лукавый будет пытаться убедить вас, что это не совсем так, что вы не должны иметь дерзновение, видя, что у вас есть дерзновение в Иисусе, так как ничего не получится, и все посмеются над вами. Если вы в это поверите, вы уже проиграли. Не выказывайте слабость, покажите твердость. Написано то, как показал Иисус. Я не буду побежден. Напротив, это мое благословение. Брат мой, когда Бог явился Иакову, тот должен был бежать из семьи, а Исав, его брат, спешил с 400 вооруженными людьми, чтобы одолеть его. У Иакова не было никакого оружия. А Исав думал, что он вооружен. Но у него было величайшее оружие в мире. У него была вера в Бога. Он прошел весь мир и перешел через поток Иавок, остановился на том берегу и начал молиться. Ангел Божий пристал перед ним. Знаете, что сделал Иаков? Иаков вцепился в ангела Божьего. Потому-то Бог изменил его имя на Израиль, так как, будучи человеком, принцип, он боролся с Богом и одолел его. Ночь напролет. Нет ни одного человека, который смог бы бороться дольше получаса. Вы видели эти встречи в боксе, эти бои, когда похоже, что две горы сошлись друг с другом, в конце они уже еле стоят, и один из них падает, он не выдерживает, силы покидают. А Иаков боролся целую ночь и не с человеком, а с ангелом Господа, с самим Иисусом, и победил. Как принц, так и написано, ты боролся с Богом и одолел. И почему же он одолел? Потому что когда Бог явился ему, Бог был у него в руках. Когда Бог вам является, Слово Божие в ваших руках, брат мой, именно так. Там находится Бог, это Бог у вас в руках. Если вы показываете силу, ваша сила мала. Вы должны иметь неустрашимость Бога. Пришла? Держите. И кто-то не хочет, держите, держите. Вы победите во имя Иисуса. Не будьте слабым. Бог в ваших руках. Ангел сказал, отпусти меня. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Я не позволю прийти Исаву. Дело было серьезное. Исав хотел с ним покончить. Помните тот случай, когда он обошел Исава, так как Исав продал первородство. Он не украл у Исава. Он сделал все это, так как отец хотел дать благословение тому, кто не мог его иметь. Так как Исав продал благословение за миску похлебки. Я уже слышал, как люди говорили, что Иаков был вором. Не вором, а Иаков был мудрым, так как он спросил, что ты мне дашь за миску чечевицы? Я умираю от голода. Продашь мне первородство? Продам. Зачем оно мне? Продал. Готово. Было его. У него было право. То, что ваше откровение, это ваше право, храните. И он в итоге не мог сражаться с братом, так как у того было 400 воинов. А у него было две женщины, были его дочери, не было возможности сражаться со всеми ними. Не было никаких сил, но у него была величайшая сила. Его молитва он одолел, сохранил. Ангел коснулся сустава его бедра. Он остался хромым до конца жизни, но остался с благословением. И он не будет трогать ваши суставы, так как Иисус уже сделал за нас работу. В те времена дьявол имел право в кавычках, так как мы еще не были спасены. Но сегодня Иисус уже пролил кровь свою, которая нас спасла. Будьте отважны, облекитесь во всеоружие и не будьте слабым в день бедствия. Так как если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Но верно и обратное утверждение. Если проявите свою силу, ваша сила будет большой, непобедимой. Переходим к истории из реальной жизни. Мы получили известие, это было 25 июля, в день моего рождения, о том, что я ждала ребенка. Это было огромным желанием в наших сердцах. Прямо в день ее дня рождения мы узнали, что она беременна. Позже это было подтверждено на обследовании. Мы пошли к врачу, сделали УЗИ. И наступил определенный срок беременности, когда нужно было сделать УЗИ или ультразвуковую эхографию. Эта эхография показывает развитие всех органов ребенка, все ли развивается как нужно. И тогда у него обнаружили аномалию развития пуповины.
называемая единственная артерия пуповины. Нам было необходимо чаще ходить к врачу каждые 15 дней, чтобы проверять развитие органов плода. Обычно у ребенка есть две артерии, по которым поступают питательные вещества, но у Мурила была всего одна. Мы очень испугались, потому что последствием этой аномалии могут быть болезни сердца или почек. В то время Марселло уже ходил в церковь благодати. Поначалу она не верила в Бога. Это было трудно, но в Библии сказано. В Библии сказано, что я и мой дом должны служить Господу. И все стало меняться. Она начала познавать Иисуса через мои поступки. И она тоже стала ходить в церковь благодати. Я начала познавать Слово Божье. Мы стали чаще ходить в церковь. И в то время я перестал платить спонсорство. Не платил где-то 8 месяцев. Совсем скоро я покрестилась. Я не знаю, о чем молился тогда Марселло, но я знаю, что у него было огромное желание в сердце, чтобы я приняла Иисуса. Он снова стал спонсировать. После одного из визитов к врачу обнаружилось, что у ребенка было замедленное сердцебиение. Нам предложили остаться в больнице, чтобы осмотреть меня. И в тот момент, когда медсестра пришла, чтобы обследовать меня, измерить давление, померить температуру, у меня неожиданно начались схватки. В то самое время я получил сообщение, что у жены будут тяжелые экстренные роды. Я была растеряна, очень сильно переживала в тот момент. И он родился с пуповиной, намотанной на шее. Но он родился абсолютно здоровым. Врачам не пришлось больше ничего делать. Мне не пришлось ложиться в реанимацию. Это было большим счастьем. Большим счастьем, потому что Бог помог нам. Это был результат наших молитв и нашей верности Богу. Я поднял руку и поблагодарил во имя Иисуса за то, что Он спас нашего сына, потому что я услышал его плач. И это было счастьем. Я услышал от врача, что с ним все было отлично. Из-за аномалии с артерией пуповины ему пришлось сделать эхографию почек, чтобы проверить, что все в порядке, все функционирует. И выяснилось, что все было хорошо, не было никаких отклонений. Мурила уже ходит в церковь вместе с нами. То, что мы не в силах сделать, Бог делает для нас. Бог для нас, для нашей семьи – это все. Без Него мы не можем справляться с каждодневными тяжелыми ситуациями. Мы не можем быть счастливы, если нет его рядом с нами. Как прекрасно, друзья. Теперь перейдем к первому вопросу. Доктор Суарес, правильно ли обожать Святой Дух? Скажем так, это не ошибка, так как Он тоже Бог. Но Господь Иисус сказал, что когда Он придет, Он меня восславит. Работа Святого Духа – не быть прославленным, но прославлять Иисуса. Итак, мы любим Отца во имя Иисуса, говоря Иисусу, что любим Его, и нет ничего плохого, чтобы сказать то же самое Святому Духу. Я уже видел человека, забывшего Отца и молившегося: «О Святой Дух, помогите мне! О Святой Дух, мне нужно благословение!» Нет, нужно читать «Отче наш». Молитесь Отцу, используя имя Иисуса, и тогда мы делаем это для прославления Господа Иисуса. Давайте поднимемся, чтобы помолиться, друзья. Осталось предстать перед Богом. Не оказывайте слабым, не проявляйте больше страха. Примите во имя Христа. Склоните голову, закройте глаза. Отец, мы сейчас молимся. Мы сейчас здесь, о Бог, чтобы доставить послание, чтобы благословить этих людей, о Бог. Мы сейчас здесь также, чтобы доставить благословение. Мы сделаем это. Так что во имя Иисуса я связываю все силы зла. Я говорю: дух болезни, я говорю именно с тобой. Дух недомогания, дух проблемы. Я тебе сейчас приказываю: забирай все свое и уходи во имя Иисуса. И вот мы вернулись назад в студию, и то, что Бог сделал во время молитвы веры, у людей появилось доверие к Богу. Они поверили в Господа и получили благословение от Бога. Он также хочет благословить ваши семьи.
В этот момент вы должны подняться и сказать: «Я всегда буду твердо верить. Бог сказал, и я верю в это. Я полагаюсь на Бога и буду верить в Его Слово. Кто верит, как гласит Слово, увидит славу Божью». Вы не почувствуете, никто не будет говорить, вы увидите. Вы увидите, как Бог ясно проявляет себя в реальности. Вы почувствуете в жизни изменения. И именно это приводит людей и помогает им измениться. Это никакая не религия. Поверьте и действуйте, и люди увидят и скажут: «Если этот человек смог, я также являюсь сыном Бога, я выполню свою часть». Откройте сердце Богу, Бог войдет, и вы поймете, займете свою позицию, и ваша жизнь изменится. Этого хочет Господь. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы дать вам жизнь, и жизнь с избытком». Чего-то не хватает в вашей жизни? Мне не хватает мира. Иисус пришел принести мир и благословение. Давид Суарес, я постоянно болею. Библия гарантирует, что небесное исцеление – это право любого человека. Вы имеете право по Слову Божьему, используйте Слово Господа, верьте в Него, и вы увидите, как сам Бог проявит себя через чудеса в вашей жизни во имя Иисуса. Итак, вот это наш имейл и наш телефон. Мы к вашим услугам. Мне нужна молитва, мне нужна помощь, нужен совет. Звоните нам. Мы здесь, чтобы помолиться за вас безо всяких стеснений. Звоните нам 24 часа в сутки. Если не получилось дозвониться, отправьте сообщение на наш имейл. В общем, свяжитесь с нами, мы к вашим услугам. Да благословит вас Господь и сохранит, да озарит вас Господь светом лица своего. Обнимаю вас и до скорого.